Формирование личного бюджета – дело каждого. На что жители города Ульяновска копят средства или же их откладывают? На какие статьи расходов они готовы тратиться больше всего? Узнаем в нашем социальном опросе. Все хорошо в меру вообще. Развлечения тоже нужны. Если не в молодости, то когда? Лишнюю тряпку не купила бы себе. Экономить? Я даже не знаю, на чем экономить. Это выбор каждого. Наверное, как раз-таки в развлечениях, потому что ценность, ну, скажем так, ценность каждого человека, он, сейчас формулирую, у каждого человека свои ценности, некоторым важно развлечение, съездить, допустим, в тот же Лас-Вегас, там повеселиться, оторваться на всю катушку, и он как восстановленный приезжает домой, все у него хорошо, а другим людям комфортно проводить время с семьей, выехать, допустим, в лес, в поход с семьей, вот, на неделю, то есть, я думаю, что у каждого свое видение мира. Каких-то незапланированных расстартах, допустим, постоянные покупки каких-то там новых электроприборов и так далее. Я думаю, что развлечения. Развлечения. Ну, например, можно разумнее относиться к тому, что чем холодильник забиваешь. Не закупаться сразу на неделю. Ну, то есть покупать продукты подешевле немножко. Подешевле, просто с большим, скажем так, лучше планируя. Я бы ужался на сигареты, на всякие прочие траты.